Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона запустило ежегодную экологическую акцию «Сдай старые шины на мегабак». Акция проходит до 30 апреля. Каждый житель может привезти ненужные покрышки на площадку «Мегабак». В нашем округе он находится в Правдинском. И принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. Для этого необходимо сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов на сайте megabak.rf и разместить фотографию ВКонтакте с хэштегом «Сдал шины на Мегабак». На портале «Добродел» проходит сбор предложений по строительству наружного и архитектурно-художественного освещения. До 1 мая жители могут оставлять свои предложения и комментарии. Их рассмотрят при утверждении адресного перечня проекта «Светлый город». От Пушкинского указаны 19 территорий. Жители округа могут принять участие в фестивале современного танца Московской области «Город танцует в парках». Один из его этапов пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Пушкина 14 мая. Заявку можно подать до 20 апреля на сайте или по электронной почте.